В нашей зоне загорелись фонари, бригада ждет серый гашек, наверняка уже в пути. Перегорают трубы у Сереги, ёлы-палы. Андрюха, как всегда, толкает речь, о чем попало. Как дядя Юра, дядя Юра, на глупый вопрос. Это ведь неудивительно, Васёк в нокауте валяется уже полдня. Хотели закодировать, но ни в какую... Это кто это тут такие-то тут собрались? Здорово, здорово, ребят. Че, у нас это? У нас уже старый Новый год. Ой, ребят, я его не отмечаю, даже старый Новый год. Ну, всех с праздничком, друзья, но старый Новый год я не отмечаю. Артист больших и малых театров. А Васька домой уехал. А Васька каждый день домой ездит, вот, приезжает только на, спать на вечер. А утром у него самолет. Айс. Сегодня я не айс. Сегодня я не айс. Айс, бэби, айс. Дай почувствовать. Серега только что подписался. Серый, спасибо. Он такую клоночку дал. Нормально, в принципе, так пойдет. Жанна Дэм, приветик, еще разок. Вот. Нет. Я думаю, что он потом в Россию приедет, пока я тут. Не будет мне говорить. Пять машин! Пять! Ладно, я шучу. Сейчас у тебя идет контент, а что дальше будешь делать? Обитаемо, не вечный, пишу специально большими буквами, чтобы увидел. Лех, блин, я же когда видео там снимал или на стримах, я же говорил. Я не гонюсь там за чем-то, стараюсь снимать, чтобы зрителю нравилось, чтобы было у вас настроение, там, чтобы вы от просмотра моего выпуска, ребят, чтобы вы улыбались, понимаете, чтобы просто у вас была улыбочка, ну все, бам-бам, бам-бам, я уже от Гриши, уже, ну, это, уже по два раза уже все повторяю, по три, вот это, да-да. Нет, я просто, когда с Гришей мы там, когда жили сначала-то у него, он стоял с кровати, там, ложится, и я так же уже. Диман, огромный привет из Иваново, трезвая жизнь лучше в 100 раз. Добра тебе. Руслан и Маришка Иванова, приветик, с Новым годом, с новым счастьем, спасибо. Сейчас посмотрю очередь, там в туалет что-то. Ну чего там? Hello. Туалет. А? А, окей, бро, окей. Окей. Надо ждать, короче, сказали. Окей, хорошо. Вон Васька-то под белыми, под шелками спит. Под шелками. Покажи Васютку. Васютка вон в телефоне сидит, Васютка-то. Вон он весь в белом, смотрите. Танцы кружимся, наверное. Знаете, что с Васьком сегодня угорали? Я говорю, Васек, я говорю, смотри, какая тема. Я говорю, блин, это потеряешься ты, если... А как там песня-то была? Мы с тобой ее вместе пели. Если мы с тобой сыграем в прятки... Тихо-тихо. Я тебя... Вот и про это, то, что он будет один снимать. Я с тобой сыграю в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Антон Ситников, спасибо за подписочку. Угораем нормально. Чего ты угораешь, Вася? Угорать будем потом. Чего будешь ты угорать, Вася? Диман, что сегодня без алкоголя? Буду бегать, кричать, боюсь. Боюсь? Не, ну смотри, ну вот давай вот просто вот на стриме обсудим. Ну неужели ты не сможешь? Диман, ничего загадывать не буду, все по обстоятельствам. А представляешь, вот все, да Вася, что он там потеряется туда-сюда. А представляешь, а ты это сделаешь прям буквально там, я не знаю, за полчаса. И просто все, нифига себе, Вася. На полчаса дороги не хватит, наверное. Ну, почему не хватит-то? Ну, как думаешь, сколько у тебя пройдет времени?
Ну, не знаю, не знаю. Вася вроде же уезжал домой, да, Васька, да. Ваське делать нечего, Васька катается туда-сюда. Что делает Васька-то? Катается туда-сюда. Ну. Васька, давай попробуй один раз живем, давай, братух, я в тебя верю. Ради нас. Ирбис. Спасибо, Ирбис. Ирбис, спасибо. Да сделаем, да ведь? Ну, сделаем, да. Не, ну серьезно, сделаем ведь? Ну, сделаем, посмотрим, что из этого получится. А чего, думаешь, не получится ничего? Ну, будет весело что-нибудь. С Питера, со Старым Новым Годом вас, ребятки. Скучно точно не будет. Ну, скучно точно не будет, да, я прям уверен в этом. А ты камеру-то не выключай только, ну там где-то. Ну там. Как, совсем я не выключаю, чтобы ты как уехал, я ее включил и больше вообще не выключай. Не, ну почему, я тебя там завяжу глаза, раскручу тебя. Не, ну так-то. В смысле, блин, Дим, вообще ее не выключать, вот я ее включил и все, и не выключать. Пока не доеду до тебя, да? Так? Нет, ну почему? Ну где-то выключать. Ну ты ее выключишь, потом хер включишь. Будешь ехать так и все. Люди-то хотят на эмоции на твои посмотреть. Ну все, вот я ее как включу, не буду выключать. Буду ехать до тебя, пускай смотрят на эмоции. Так будет веселее. Да? Думаешь? Да, Дим, ну это херня. Васька, ну, ну ты мой менеджер, ну давай, ладно. Я Васька в тебя верю. Васька сам знает, чего ему делать. Он этот, как сказать... У меня план Барбаросса. У Васьки, да. Васька, самое главное, никуда не заходи там в узкие эти. В узкие эти, как его, промеж домиков. Утащат. Утащат. Будешь стирать там. Я буду качать... Серго Тбилисский, спасибо за подписочку, брат. А? Че говоришь? Буду кричать, боюсь. Давай, знаешь, что, чтобы зрителю было интересней вот сейчас смотреть. Ну давай, отвлекись, маленько, поставь на паузу просто. Давай, знаешь, что сделаем? Ребят, давайте Ваську какие-нибудь там, типа, ну не знаю, там, каких-нибудь там... Ты до какого класса учился? Я? Ну не я же. Ну, если со вторым годом считать, то до 10-го. Не, ну серьезно, серьезно. Ну серьезно, тебе говорю, если... Со вторым годом считать, то до 10-го. Так, до 10-го. Ну а так, сколько у тебя примерно? Ты, получается, два класса вперед, что ли, там шагал? Ну, например, первый, потом сразу третий, что ли? Нет. Я должен был из третьего... До седьмого. Нет, я должен был из третьего в пятый, а я из третьего назад в третий. А как так? Ну, у нас мы перепрыгивали, Дим, у нас программа такая была. Ну, так, получается, сколько у тебя вообще полных образований? Какое у тебя? 9 классов. Средний просто? Да, или как? Или... ну я в лице... Ну средний, не средний у тебя специально? Нет, незаконченный. Средний специально, это у тебя образование какое должно быть? Да. А ты на кого учился? На каменщика-монтажника. Ну тебя не слышно, Васька. На каменщика-монтажника я учился. На каменщика-монтажника, да? Да. Ясно. Проучился я месяц и 5 дней. Месяц и 5 дней. И все. И что, и кирпичей вообще там не наложил? Да как все пошло не по плану. Не, ну серьезно, вообще ничего? Да, Диман, у нас ни практики, ничего не было. А, понял. Вот кто подписывается, видите, все высвечиваетесь у нас тут. Загадки. Какие загадки? Мы загадки в школе не проходили. Мы считали сырки в дыре 3 плюс 2 равно... Ага. Сколько? 5. Почему 5-то? Чего, почему? 4 вообще-то. Да. 3 плюс 2. Да. Ну, надо наоборот. 2 плюс 3 будет 5. А 3 плюс 2 будет 4, Вася. Молодец какой. Напишите ему. 2 плюс 2 умножить на 2, Вась. 8. Нет. Почему 8? Сначала да умножение. Так там уж не надо. Чего не надо? Какая из меня таблица умножения? Ну, Вась, ну подожди. Да отстань, Серый, ну вот ты, блин, так опять-таки ему не до смеха. Вась, ты какой-то серьезный постоянно. Опять Ваське не до смеха. Опять Ваську обидели. Я с добром, блядь, а вон опять начинает. Я не знаю, как вот с ним смеяться, Васёк. Ну вот смотри, ну... Блин, ну Дим, ну какие таблицы умножения? Мне 36 лет, ты мне еще детский садик, блядь, помни. Которым я не был. Ты мне еще говоришь, детский садик вспомни, в котором я не был. Да. Я не помню, что вчера-то было, ты попить мое, не только там... Так нет, почему попить? Ну смотри, 2 плюс 2 умножить на 2. Сначала какой первый это?
делается. Чего? Сначала умножение делается, потом плюсуется. 2 умножить на 2, сколько будет? 4? Ну, плюс 2, сколько будет? 6. Вот. Все, Васька аж в туалете закрылся. Довели мы Ваську. Ну как не знать-то? Ну, до 9 классов доучился, не знает, сколько 0 умножить на 5 будет. Да ладно, я это не угораю над Васькой. Я чисто по-братски к нему. И он это тоже понимает. Чего? Чего? Ну иди, ну просто подожди. Сколько тебе будет через 10 лет лет? Через 10 лет, да? Лет? Да. Сколько мне будет через 10 лет лет? Ну сколько тебе будет через... Ну подойди, ну иди сюда. Ну сейчас 36, через 10 лет будет 46. Отстаньте со своими вопросами. Он такой. Ну сколько мне будет, сколько будет. Ну столько и будет. Давай бабу ему, прямо сейчас вызывай, уходи его оставь. С меня 20 тысяч. Игорек, не, братик, не. Не-не-не. Он, ну, во-первых, мы, короче, когда сюда ехали, ну, еще давно, вроде он, ну, как бы говорил, там, может, с девчонкой, там, туда-сюда, да, типа. А потом, я просто, ну, если человеку не надо, я уж объяснял это на стриме, ну, у него девчонка ждет его в кухне, вот. И как бы... Вась, ну, я сейчас не угораю, ну, чтобы зритель-то маленько понимал, с кем имеет дело. И что мне надо таблицу умножения рассказывать? Дим, да, ну да ты не вот таб... сейчас серьезно херней прям такой занимаешься, ну я не знаю. Ты говоришь еще почему. Да ладно таблицы, да просто, ну сказал, да сказал. Ну типа, я тоже, ты думаешь, я знаю таблицу умножения, что ли? Много, нет. Вась, короче, человек предлагает, Игорь, по-моему, предлагает 20 тысяч рублей. И что? Вот, он говорит, типа, девушку, я мне уйти. Да пускай закажет тебе хоть за 40 тысяч девушку. Вот так вот, Игорек, слышал? Вот и все. Вот ответик. Положи на стол 5 предметов и умножь на 0. Сколько получится? 888. Вась, сколько будет 0,5 плюс 0,5? Еще кого? 0,5 плюс 0,5. Сколько будет? 0,5 плюс 0,5. Вам как? В литрах? В литрах. Вась, ты не пугайся и не злись. Мы просто хотим узнать о тебе побольше. 0,25 и 0,25. Будет 0,5. Так что я по поводу 0,5 я вам все расскажу. Игорек, спасибо большое тебе, братик, за донат. Спасибо огромное. Хочу пожать вперед. Мурчат коты на крышах. Динамики на всю. Пусть вся жилзона слышит. На дискотеке пускай крутится лишь этот трек. Пусть каждый кохмобец по жизни обретет успех. Заводи мопед, поедем на канал. Передаю привет всем местным пацанам. Лишь только там рождаются мои хиты. Я счастлив потому, что у меня есть...